это будет короткой. Просто на память обо мне, если все пойдет наперекосяк, и из храма я живым не выйду. Я пытался быть оптимистом, но просто не могу. Думаю, от воспоминаний Конора у меня разыгрались нервы. В его истории столько самой разной боли, но он не отчаивался. Даже когда терял веру в других. Я могу только верить, что мы делаем то, что нужно. Что я предотвращу катастрофу. Я знаю это. В смысле, техника ждет. Нам надо только воспользоваться ей. Я последнее звено. Что-то в моих генах или в памяти. Последний элемент, который все запустит. Потому я здесь. Поэтому они привели меня. Только я не знаю, чем придется пожертвовать. Рассудком. Жизнью. Нельзя сказать точно. Я знаю, это наша война с тамплиерами не закончится. Что бы ни было внутри храма, это не конец. Просто новая глава в этой бесконечной истории. И твоя задача, и мамы, и Шона, и Ребекки, листать ее дальше. Знаешь, я все думаю. Орсон Уэллс когда-то сказал, мол, если хочешь счастливый конец, все зависит от того, где закончить историю. Так что, может, вот и ответ. Может, потому люди идут вперед. Пап, если там что-то случится, случится со мной. Когда будешь рассказывать про меня много лет спустя, расскажи, как я сбился с пути, но вернулся и успел спасти мир. И закончи на этом. Так они там все будут улыбаться. Пока, пап. Привет, маме. Передай, что я люблю ее, что я люблю вас обоих.